Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятушки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Ребятушки, слушаем Диму Бампер. Шок! Ну вот. Ребятушки, начало музыки великолепное. Великолепное начало музыки. Замер весь мир и перо в руках. Что-то хреново как-то. Свобода из окна, но я холодом заперт в своих четырех стенах. Завтра мы начнем летать, а сегодня выспимся. Полуживой в темноте, и надо мной словно воронья мыслиста. Куда делись обиды? Чем кормить мне чертей внутри? И как списать их прочь? Ведь порой чернее, чем они, нет чернее чернил. Я не жил по древним заветам. Век живи и век учись, так зачем мне совет? Бил и был бит и следом, предавал и был предан за это. Я разрушил в себе больше, чем меру время. Вот и чувство в семье, быть бесом в обществе херувимов. Сколько старых друзей и не... Ребята, ну какой красивый голос. Голос красивый. Красивый текст. Слушаешь и наслаждаешься, да? Реально, да? Так красиво. Так красиво, музыка красиво подходит. И голос, и настроение песни такое. Хочется слушать. Слушать, наслаждаться. Друзей сегодня, у которых о себе я все сомнения отнял. В том, что я конченый ебок и гнилой, как трупы, как только открою рот свой. Вру, вина, виноват кто-то. А мне никогда не вылезало боком. И вот об этом мне темно говорить, как сказал бы Набоков. Я просто уходил, бежал. Я всего лишь говорил, не жаль, но жаль не было. К цели дружба вела меня, слушая методом. Я чертил себе морщины. Ребяточки, вот о чем трек? Вот у него, видать, это вот, ну, я не знаю, вот он, наверное, пишет постоянно об этом. Он пишет о себе, да, ребятки? А может, это просто так он говорит якобы о себе, я же не знаю, да. Но пишет историю человека, человека историю. Что было с ним, да? Как он себя ощущает, каким он себя чувствует, что о нем говорили друзья, и что он думает. Вот об этом трек, ребятки. Очень интересный трек человека, который думает о жизни, о себе, о прошлом, настоящем. Мамины бабушки, вдыхал в себя слезы отца. Я крошил в табак степ своих родителей и до фильтра курил до конца. Меня гнали, как собаку из дома. По делам, ведь я был врагом даже брата родного. И за кусок голубоглазой пизды в клубе. Видите, в детстве обижали его. Обижали. И родители, и бабушка. Как щенка везде пинали. Это вот он рассказывает историю чью-то. Это своя, и свою историю он рассказывает. Почему ты так думаешь? Потому что с ним это в детстве было. Да? Любовь свою, как пьяная мразь, обоссал, будто цветы в клумбе. А она плакала. И боже символично, как разделила нас тень погасшего факела. Потеряна партия. И не то, чтобы не те были карты. Просто лопнуло терпение, карма. Этот момент для меня неловкий. Признание горько дается с трудом, из меня жизнь вынося, будто дым сигарет из легких. Ну что, теперь я взрослый? А может, опять вру на шагу? Как долго я в своем дерьме удержусь на плаву? И дай мне шанс, найду ли чистую рубашку среди трупов. Какой он талантливый, да? Как красиво пишет. Как красиво пишет. Все вот прям понятно. Переживаешь. Переживаешь вот вместе с ним, да, вот его историю. Молодец. Прям вот талант, да? Не каждый, мне кажется, умеет это делать, да? В шкафу, в шкафу, в шкафу.
Ребят, ну что могу сказать? Музыка великолепная, прям такая красивая музыка. Спокойная, ребятки. И про эту музыку думать хочется. Трек какой сильный, ребятки. Трек воспоминания. Воспоминания прошлого. Что было с ним. И задумка о настоящем. Что будет дальше? Воспоминает родителей. Бабушку, папу свою вспоминает. И как он красиво поет, нежно поет, как он умеет красиво В детстве петь. Его бросила мама, она да. с ним не жила. Да. И как он красиво поет. Он и такие рэпы читает, такие, да, такие динамичные такие. И как он умеет красиво петь. И романтично, и нежно. Молодец, ребятки. Мне очень понравилось, ребятки. Молодец. Вот артист большой буквы, да? Молодец. Пока, друзья.